Всем большой привет, меня зовут Марина. Сегодня будет обзор покупок из магазина «Светофор». Это очень бюджетный магазин, всем уже известный. И если вам интересно, присоединяйтесь к просмотру, все цены, конечно, назову. И к нам привезли множество скатертей, возможно, они там были, но их было очень много. И, конечно, я одну себе все-таки прикупила, как видите, лежит на столе. Разные расцветки совершенно были, с цветами, ягодами и новогодним. Значит, кстати, скатерти эти с города Иваново. Текстильная компания «Русский дом», называется «Усадьба». Размеры, кстати, неплохие, 150 на 180 сантиметров. Это не полтора на полтора малюсенькие салфетки. 100% хлопок. И цена у них всего 198 рублей. Ну, грубо говоря, 200 рублей. И замечательные, классные расцветки. Новогодние, кстати, было два вида. Это вот такой, который я взяла. И точно такая же расцветка, только красная-розовая. Не понимаю, почему на Новый год розовая, но вот синяя-красная вполне симпатично смотрится. Вот так это выглядит середина скатерти на столе, она у меня постелена. Очень красивая, яркая. Вот. Размер хороший у нее. Можно постелить на более большой стол, углом как-то. И на белую скатерть тоже можно что-то придумать. Либо разрезать даже на две части и положить два таких ромба на стол на белую скатерть, если вдруг слишком много гостей и большой, огромный стол. В общем, вот такая расцветка мне понравилась и купила ее в будущем на подарок, на новогодние подарки. Думаю, пригодится она мне. Ну, красивая, как не взять за 200 рублей. Рогожка. Прошивка идет вполне ровно, нормально все. Единственное, с одной стороны идет вот такая вот полоса. Либо это брак, либо это постоянно на такой основе у них тут так ткется ткань. В принципе, она не мешает. Ну, я не знаю, брак это или нет. Ну, видите, с обратной стороны все хорошо. Нет там ничего, никаких дырок. Поэтому не будем обращать внимания. Мне скатерть в любом случае понравилась. Так, детский порошок от 0+, беру уже повторно, 170 рублей стоит 4 килограмма для разного вида ткани, кроме шерсти и шелка. Вот, и мне нравится, хороший, у него такой приятный, я не помню, какой аромат был, я пользовалась еще, наверное, полгода назад последний раз, подзабыла, но помню, что мне все понравилось. По аромату запах, по-моему, там такой нейтральный, без фосфатов, красителей. И, по-моему, с новорожденных можно им пользоваться. Производитель Nefis Cosmetics, город Казань, Татарстан. Не подвал, не переживайте. Туалетная бумага «Фамилия», двухслойная, 8 рулонов, 69,90. Ну, в фикс-прайсе стоит такая бумага 77 рублей, так что даже здесь повыгоднее будет. Ну, нормальная бумага, ну, мягенькая такая, хорошая, поэтому взяли. Салфетки вискозные, 10 штук, 30 на 25. Эти 10 штучек стоят 21,90. Очень выгодная цена, выгоднее даже, чем в фикс-прайсе. В том же самом. Покупайте салфетки, используя обычно их для, ну, для кухни, стол протереть. Короче, для кухни в основном. Мне нравится, вискоза вполне попользовался. Они достаточно крепкие, не быстро развозюкиваются. Ну, мне нравится. И очень выгодно в Светофоре брать. Универсальные полотенца. В таком варианте я вижу их первый раз. Я имею в виду вот этой фирмы или оформление именно такое. 125 штук. Брала ранее, но там было другое оформление. Не знаю, та же самая компания или нет, может быть, другой производитель. 68,90 стоит этот рулончик, 125 штучек. Написано, что делают здесь, значит, у нас в составе вискоза и полиэфирное волокно. И для уборки дома, в автомобиле, где хотите. Нужны, пользуюсь. Вот так это все выглядит. Так, укатился куда-то. Ну, это обычные нормальные салфеточки. Вот. Думаю, все знают, что с ними делать. И выгодно. Всем известные штучки. 18,50 каждая. 4 капельки, классические, крылышки. И в сумочке каждая штучка лежит. Крышки для закрутки, для консервации овощей, ягод. Вот такие крышки у нас появились. Стоит, по-моему, тут 50 штук. 89,90. Состав у нас идет материал жесть ЭЖК 0,18 мм.
Не знаю, хорошие они или какие. Вот так выглядит обратная сторона крышки. Идут естественно, с мембраной внутри. Не знаю, хорошие или нет, ржавеют быстро или нет, без понятия. Пожалуйста, зрители моего канала, скорее всего, девушки и женщины, напишите, пользовались, нормальные ли они, не слишком ли они тонкие. Я обычно светланку покупаю, стараюсь всегда брать именно светланку. Они какие-то более качественные, кажутся. Сухие завтраки по 400 грамм в пачке. Цена одинаковая, 36,90. Колечки глазированные, завтрак для всей семьи. Замечательно с молоком. Состав: кукурузная мука, пшеничная мука, рисовая мука, сахар, песок, соль и так далее. А здесь у нас идет шарики шоколадные, опять же, и утро доброе. Здесь состав: кукурузная мука, пшеничная мука, без риса, безрисовый сахар, песок и какао, порошок, соль, поваренная пищевая, ячменно-солодовый экстракт, масса подсолнечная. Так что нас как бы сын любит, и мы ему как бы, ну, вернее, он покупает себе, и мы берем. Крупа рис 800 грамм, Краснодарский край делает, 31,90, 800 грамм. Ну, обычный рис, только мне кажется, что он как-то быстро разваривается. Ну, отличительная особенность у него такая, светофорский рис. Ну, не знаю, может, мне так кажется. Сыр голландский, очень много сыров у нас там в магазине завезли, прям видов, наверное, 8. 4-3 вида именно вот по такой цене, около 400 рублей. Но это стандартная цена у нас на рынке такая. И как видите, кусочек вышел по цене видно. Это сыр голландский. Я думаю, это обычный сыр. И также там были сыры, так и было написано, что сырные продукты. То есть надо обращать внимание на этикетку. Но они были, естественно, там дешевле. Ну и купила кокосовую стружку 21,90, 50 грамм. Всегда беру, мне вполне нравится. В этот раз была только белая. На тортике замечательно идет. И выгодная цена. В магазинах везде дороже. Первый раз взяла вот, вот такие приправы для свинины и для курицы. 30 грамм. Кстати, каждая вот упаковки 5 штук в наборе. Стоит каждый набор 23,90. Ну, 24 рубля. Достаточно выгодно. Внутри выглядит вот так приправка. Ну, как бы вроде на приправу похоже. Вроде все нормально, пахнет приправой, вроде бы вкусно. Ну, не знаю, попробуем, будет видно. На всякий случай состав, если кому нужно, вы можете прочитать. Так, вот возьму так поудобнее. Вот, тут все видно. Так, это у нас для курицы и для свинины приправа. Арахис сырой, 800 грамм, стоит 93,90. Ну, как вы любите, как знаете, все мужчины любят эти орехи. И, конечно, буду жарить тоже своим, сыну и мужу. Упаковка, 20 штук в упаковке такого горячего шоколада. Выглядит он вот так. 3 в одном, Лео, горячий шоколад. Ну, сколько смотрел, проходила мимо. Сейчас чего-то мне захотелось здесь попробовать. Чего-то эдакого захотелось, взяла. Цена у него, кстати, 20 штук, 67,90. Шоколадный напиток выглядит вот так. То есть он вот такой. Хочу сказать, что какао положили маловато, а сахара многовато. То есть сахара много, какао явно не доложили. Больше брать не буду, мне не понравился такой сладкий, приторный какао-напиток. Повторная покупка вот таких конфет. Очень нам в прошлый раз, когда брала, понравились. Озорник Ерушка называется. Тут килограмм упаковки. Ой, беру вон тут берегу упаковку. Так, что здесь у нас? Конфеты комбинированные, с корпусом глазированные, с донышком. Озорник Ерушка. 126,90 стоит килограмм. Вот так они выглядят. Вот такой там озорник в виде зайчика. Внутри конфетка в форме зайчика опять же идет. И вот внутри выглядит она вот так. Напоминает вкус ириски с жженым сахаром. Ну, вкусненько, мне нравится. Там такая тягучая начинка внутри. Ну, вкусненький, как бы я рекомендую. Ну, сладкий, конечно. Ну, конечно, сушки взяли щебекинские. Написано, что они новые. Вот сколько здесь и грамм.
А, полкилограмма целых. И стоят они 29,90, эти полкило. Брали уже, это повторная покупка. Нормальные сушки, в фикс-прайсе такие же. Здесь, кстати, даже, по-моему, эти мне больше нравятся, чем в фикс-прайсе. Они более такие прожаренные, что ли. Но, опять же, это кому что нравится. И вот такие вкусные печенья. Любим всей семьей. Печенье называется кунжутное. Пол килограмма стоит 77,90. Это выходит килограмм 156 рублей. Вот так они выглядят. Вкусные. Берем. Просто прелесть. Кстати, они очень хорошо даже для оформления торта идут. Можно их приспособить. Вот, забыла еще показать. Крот продается активно для устранения засоров. Литр 245 рублей стоит с дезинфицирующим эффектом. Хорошая штука, работает, пробивает. Вот взяли, повторили опять. Уже не первый раз далеко берем. Ну и все наши покупки на сегодня. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. И увидимся в следующий раз, в следующем видео. Всем пока!